7 спортивных клубов области представили своих самбистов. Мужчины выступали в 9 весовых категориях, а девушки в 3. Эти соревнования наши являются отборочными на чемпионат Приволжского федерального округа, который состоится в город Кстово в декабре. По результатам соревнований в состав сборной вошли 10 димитровградцев. Один из них уже признанный чемпион мира и Европы Дмитрий Тарасов. Несмотря на громкий титул, спортсмен с удовольствием участвует в соревнованиях местного уровня. Ностальгия, форма, подготовка к ветеранам, все. Опять же, мои же ученики же тоже тут участвуют, борются. Как бы сказать, еще есть порох в пороховницах. Евгения Креминская, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.